Всем привет! Сегодня у нас опять посылка из Китая для нашей мышки Маши. Давайте посмотрим, что же на этот раз Маша получит в подарок. Открываем пакет. И вынимаем содержимое. О, опять браслетики. Два браслета, розовый и голубой. Давайте посмотрим их поподробнее. Начнем с розового. Открываем пакетик. Вот такой браслет. Интересно, как же он горит? Давайте включим. Угу. Попробуем надеть. Вот так он смотрится на руке. Ну что, симпатичный браслет. Выключаем. Вот такой удобный выключатель здесь. Легко выключается. Теперь смотрим голубой браслет. В общем-то, он такой же, как розовый, только голубой. Но все равно посмотрим его. Включаем. Теперь у Маши три браслета. Все три светятся, особенно это видно в темноте. Один браслет розовый, один браслет зеленый и один браслет белый. Давайте все их три включим, и все три я надену. Включаем первый, второй и вот этот новый розовый. У него немножечко другая структура. Посмотрите, как красиво. В темноте, конечно, смотрится замечательно. Очень хорошие браслеты. Выключаем. У них у всех одинаковые маленькие выключатели. Вот так. Три браслетика. Ну что же, на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего настроения. Пока!